как вы знаете, мы уже 2 года участвовали на ней, и для нашей продукции, для нашей компании она была очень полезна. Поэтому в этом году было решено провести ее в онлайн. Мы, конечно, возлагаем большие надежды, готовимся. Сейчас мы вырабатываем, в каком формате мы будем общаться. Мы отправили туда уже свою продукцию, которая будет выставлена. И клиенты, заинтересованные в нашей продукции, смогут даже с нами пообщаться. Для этого вот мы сейчас вырабатываются специальные каналы связи, по которым мы сможем более детально обсуждать. Благодаря этой выставке мы контрактовались, нашли очень много дистрибьюторов, компаний, китайских крупных компаний, крупных, средних, там, заинтересованных китайских компаний. Вот, но мы хотим встретиться как минимум с 10, может быть, парой десятков квалифицированных потенциальных партнеров, то есть это розничных компаний, оптовых компаний, провести переговоры, ну, как минимум, с 5-6 из них, и, если уж повезет, заключить какие-то договора, хотя бы предварительные. Вот. Кроме того, мы думаем, что на выставке будут другие посетители, возможно, маркетинговые агентства, креативные агентства, которые знают, как продвигать продукцию, подобную нашей, на китайский рынок, и, может быть, смогут предложить там свои идеи и свои услуги. То есть мы тоже готовы к этому и рассчитываем на это.